В Московской области дорожные службы начали подготовку к переходу на осенне-зимнее содержание автодорог, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. В связи с чем в муниципалитетах начали переоборудование спецтехники и заготовку противогололедных материалов. В зимнем содержании в этом сезоне задействуют более 3000 единиц техники, а также 40 новых колесных и гусеничных мини-погрузчиков для уборки тротуаров на региональной сети. Контроль работ по зимнему содержанию дорог Подмосковья будет осуществляться с применением автоматизированных программ, а также мобильного приложения. Подготовка к переходу на осенне-зимнее содержание автодорог завершится до конца сентября.